Кто это, блядь? А, так это... Блядь, так мы же его рейдили на Твиче, алё. Надеюсь, тут цензура будет. Привет. Привет, не хочешь поиграть за деньги? Привет, нет. Да, он потом еще встал и такой говорит, я сейчас, блядь, хуй потру и потер. Ты вообще так сегодня отдыхаешь, проводишь время, получается, да? Любишь просто пообщаться с людьми? А почему он за бутылку не предъявил? Да. Даже какая-то путана, я возможно, на общественном месте распивает. Мужьям, я решила просто а у тебя спать. Мужа нет, что ли? Нет. Почему? Не нет. Это, не нашла нормально, один лобоеба вокруг, потому что... Да, вот это... Блин, я не могу серьезным ебалом вот это смотреть слева, это же пиздец какой-то. Именно которые предлагают либо играть... Я не предлагаю, я тебе просто предложил как стимул, то есть чтобы ты серьезно играла. Можно любое другое выбрать, то есть можно на желание поиграть, как бы, понимаешь? Но все твои игры, я уверена, что все они пошлые, как бы, а я... А как мне еще общаться, если ты выкладываешь себя на дешевые проститутки? Как мне еще общаться, если ты выкладываешь... Чего, блядь? А как это вообще? На сайте дешевых проституток. Как мне общаться? Как я должен с тобой общаться, если ты висишь за 1000 рублей в час? А ты уверен, что это я? Может быть, это другая девчонка? Нет, это я уверен, что это ты. Я уверен, что это ты. Понимаешь? Уверен. А ты это взял, кстати, мне было интересно. Ну вот... Ебать, это как? Это как это он сделал, блядь? Зайди на сайт. Какой? Проститутки Москва.анал.ю. Вот зайди, проститутки на домен. Вот зайди. Блядь. Москва? Ну вот написано, что Московский район, что такое Москва, да. Я даже в Москве не нахожусь, как я могу. Ну вот, но смотри. Я тебе говорю, что ты можешь... Слушайте, блядь, может он по-бырому фоткает, короче, человека или как там? Может в Москве не находишь, но почему-то вот ты вестишь уже сегодня с 4 часов вечера вот на сайте дешевые проститутки. Я поэтому... Да, я поэтому и общаюсь, ну, то есть я общаюсь с тобой в таком тоне, что хочу с тобой сексом заняться, то есть если ты... Сейчас прикиньте, она такая, да, блядь, спалил, ну ладно, давай. Извини, пожалуйста, а покажи мне еще раз, ну, пожалуйста, поближе. С какого это выложено? Сайта? Да, сайта, именно сайт. Я говорю, prostitut.msk.anal.eu. То есть вот. Потому что я никогда в жизни не была в Москве. Ну вот почему-то... Но теперь явно не мечтаю. Это на фотографии я и моя племянница. Что за бред? Где эти вообще фотографии? Вот так ее выложили. Почему в Москву именно? Я тебе честно говорю, я никогда в жизни не была. А может у тебя какие-то есть знакомые в Москве, которые любят посмеяться? Может они посмеялись над тобой? Может найдем их тогда? Я могу IP посмотреть и узнать. Моя знакомая в Москве работает, но она работает дворником Наташи, с которой я уже не общаюсь, ни отец не общаюсь. И чё вообще? Бля, вы понимаете, вот настолько успешная жизнь, её знакомая работает дворником, чуваки. Это ли не успех случаем, а? Все, знаете, в детстве мечтали, блядь, стать... Ну, мама всех пугала в детстве, что будешь плохо учиться, станешь дворником. Но ты вырос и не стал дворником. А кто-то, блядь, где-то в Саратове учился хорошо. Понимаете? Ну, короче, обратная, вы поняли, ситуация. Бля, какой я тупой. Ну, вы поняли, я не могу сказать по-русски. Как это будет? Все ваш блядский секс, проделки сатаны, сука нах. Да ладно. А есть какие-то другие, то есть у тебя друзья из Москвы, потому что я могу по IP сейчас посмотреть, и мы узнаем, кто это выложил, какой-то вот урод. Я никого, кроме этой Наташи, не знаю. Она ездит туда на вахту. Я больше никого в Москве не знаю. Я всегда мечтала съездить в Москву, честно. Но я никогда там не была. А, слушай, интересно. Ну, потому что я говорю, вот уже с 4 часов дня висит, как бы я поэтому это и спросил. То есть... В дворник в Москве норм так зарабатывают. Фиферы-футболисты сняли гимн, клип команды. Посмотри, вроде у них что-то поменялось. Так, не, спасибо. Дешевые проститутки, тут причем, смотри. Вот честно, я не знаю, она у меня в Инстаграме есть. А тут еще написано, что скидки для студентов. Тут написано скидки для студентов и пенсионеров. Вот, обалдеть! Вот честно, у меня даже этой фотографии, она только есть у племянницы, у моей.
Бля, прикиньте, а реально работает так, типа, скидки для пенсионеров и для... Нет, ну для пенсионеров, наверное, нет. Для студентов скидки, интересно, есть такие проститутки, которые скидки делают? Которые вот сзади. Ну вот написано, скидки для студентов и пенсионеров, то есть... Кстати, она сейчас в Москве, она учится там. А, может она прикалывается? Слушай, давай-ка посмотрим ее айпишник, да, может она прикалывается? А зачем она это делает? Я не знаю, я не общаюсь, как бы, со своей родной сестрой, это дочка моей родной сестры. Я не общаюсь. Так, а она в Москве, видимо, денег не хватает, может она подработать решила? Я не знаю, ну а зачем вылаживать со мной фотографию? А она может... Меня, блядь, ща уши порезало. В смысле вылаживать, блядь. Ну, просто есть в Москве такие индивидуалки, которые парно работают. То есть она, вот она, видишь, она за ночь берет 3000 рублей, а за анал плюс 200 рублей сверху. То есть она анал, ну, то есть она аналом занимается, видимо, и за две... Вот я знаю такой... А что такое анал, я даже не знаю. Анал — это попа. Он, блядь, такой, знаете, сидит такой. Анал — это попа. Сам угарнул, нахуй. Извиняюсь за выражение, но да, нет, я бы просто... никогда не подумала, что я куда-то попаду. Охренеть, ну это походу... Давай сейчас посмотрим тогда хорошо, потому что это все серьезно, на самом деле. Я с тобой сейчас соединился именно по IP-адресу, потому что у нас сейчас идет вот как раз расследование, у нас таких много, знаешь, которые вот... Вот одного поймали, который выкладывал все это, ну, других девочек. Вот сейчас рассматриваем эту заявку, меня с тобой соединило, потому что IP совпал, то есть, который выкладывался. Ты какую хуйню там спизданул? IP совпал, блядь, чего нахуй? Посмотрим, поищем. Блин, это... Что за бред? Да если это постанова, тоже похуй, прикольно. Блин, ну так подожди, а тут... Блин, сейчас, давай посмотрим, сейчас пробьем. Сейчас, подожди секунду. Я телефон хотя бы включу. Ну, слушайте, очень странно на самом деле. Первое, как он попал именно на нее. Второе, как они распечатали фотку сразу. То есть нужно было, наверное, заранее знать, или они как-то, блядь, в реальном времени нашли, или до этого разговаривали. Не знаю. Сейчас я начинаю пробивать, а сейчас посмотрим. Ну, вроде живые эмоции, типа, не похоже на быстрее получилось искать. 20 лет. 20. Я прописана в Ростовской области. Что за бред? Я в Москве-то никогда не была. Fine Face, может быть? Блин, сейчас посмотрим. IP... А нет, IP московский, IP московский. То есть это кто-то с Москвы, то есть точно это... Блин, это очень странно. Это кто-то с Москвы именно, и причем знаешь где? Третье я кольцо. Я могу свое заявление написать за то, что такие фотографии рассылают. А потому я что звон... тут еще тут и там здесь на распечатке нет, а там твой телефон еще какой-то, я точно его не помню, поэтому звонить могут еще предлагать, то есть всякие услуги. Я, наверное, я в шоке. Да Fine Face просто, ну да, я понял, что это через Fine Face. Скорее всего, они в реальном времени там распечатали эту хуйню. Вот честно, блядь, лучше бы я, наверное, сюда не заходила. А если бы я не зашла, а я бы... А если ты не зашла, ты бы не узнала, понимаешь? Это хорошо, что зашла, я сразу видел, что IP включился у тебя, и я соединился с тобой. Вот честно, извини, пожалуйста, я даже не знаю, как тебя зовут. Алексей. Но... А? Алексей. Меня Юля. Приятно очень. Взаимно, просто я была сейчас шокирована, у меня даже нет слов. Это племянница твоя, да? Видимо, она это в Москве... Моя родная племянница. А? Она родная моя племянница со мной на фотографии. Че сейчас, блядь, на дворника пиздеть будут, походу? Либо она, либо подруги, денег там не хватает в Москве, они подрабатывают. И просто, видимо, фотографии... Это у него. Будут иногда, спокойно, это у него, вам никто не пишет, вы одинокий еблан, успокойтесь. Никто, кроме бота, уведомления о том, что стрим подрубился, никто не пишет. Хотя я общительный человек и никогда никого не обижала. Ну... Я, наверное, сама пойду заявление напишу за то, что рассылают фотографии. А, кстати, слушай, у тебя хотела спросить. Если, например, я захочу пойти написать заявление, да? Так. Мне что нужно будет вот сделать? Мне сказать... Сайт, во-первых, запиши на каком, чтобы они сразу видели здесь. Подожди секунду. Просто нужно взять... Да, msk.anal, анал. A-N-A-R? Да. Сейчас, секундочку, подожди, Сейчас я вспомню. Домен у меня валялся. Буквально минуту, хорошо? Сейчас бумажку надо положить. Сейчас, погоди, P-O-P. Точка V, точка P-O-P. Давайте в чат напишу, просто быстрее. Да, будет. Давай, чтобы я переписал. А ты просто, да, ты просто перепиши, вот. Вот отправил, вот, ага, переписывай, вот. Придешь за то, сейчас, чем все закончится, интересно.
Да, и вот, а, вот, кстати, вот сейчас вот мне сведения по IP выдались, смотри. Вот IP-шник вывалился, то есть вот сейчас человека, фотографии вот сейчас грузится. Узнаешь его, просто это вот сейчас с его... Это пиздеж, никто так не работает. Полиция работает так, когда вот... Когда умрешь, тогда приходи, короче. ВКонтакте вот. Отправлялось подтверждение вот этом выкладывании. Да, вот, вот он. Его, его, его знаешь? Что? А, вот это он выложил. Да это мой родной брат! Вот, он выложил это. Стой, 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 стой! А есть нормально? Еще одна хотя бы фотография? вот только это есть, его IP-адреса, с его IP-адреса было выложено это все. С его IP-адреса. Честно, этот мой, это мой родной брат, Миша. Да? И он вышел недавно из тюрьмы. Я советую тебе завтра не идти. И он вышел из тюрьмы. Куда? Все, ну слушай. Пиздец, жесть. Ну, что мы, я могу замнуть это дело, можно удалить просто все. Нет. Что? Теперь я заявление напишу. Все, тихо, нормально все, спокойно, успокойся, все нормально, сейчас решим. Сейчас, подожди секундочку, ладно? Давай, давай. Ты успокойся, дыши, дыши, дыши. Главное, подожди, никому не звони, не пиши. Пиздец, подожди, блядь. Успокойся ты. Успокойся, честно тебе говорю, успокойся. Слушайте, подожди. Это зайдет 100%. При заливе это зайдет. Сейчас все исправим, да успокойся ты, ну. Да что исправим? Да сейчас я все, даже... сейчас все, сейчас все. Я ожидал увидеть там своего брата. А? Я говорю, кого-кого не ожидал увидеть там своего брата, да что за бред? Ну вот бывает как бы. Напомни про свое имя сейчас для протокола, обращаюсь еще раз. Что? Имя можешь назвать свое, только честно. Да, я могу имя, фамилию, отчество сказать. Да, и свое еще раз повтори. Погонялова Юлия. Кто погоняла? Михаил. Юль. Ну бля, чувак, вот это надо, наверное, все-таки замазывать, типа, ну вернее, блюрить, загашивать нельзя вот так вот, она называет, блять. Юль, все хорошо, успокойся ты, тихо. Все хорошо. Тихо, посмотри на меня, посмотри на меня. Мне... Все, тихо. Это была шутка. В смысле шутка? Откуда у тебя все эти фотографии? Все, тихо, успокойся, это была шутка. Все, тихо, я просто не думал, что ты так далеко зайдешь. Все, успокойся, я просто пошутил. Тихо. Успокойся, расслабься, нигде этого нет, ни в каких интернетах. Твой брат никуда не выкладывал, все тихо, все хорошо. Все хорошо, это был розыгрыш, просто пранк, блядь. Юль. Нифига себе пранки у тебя. Мы посмеялись и все. Да. Я просто не думал, что ты такая вообще сентиментальная. Как ты в это поверила? У меня ж ебало детское вообще. Да потому что... Откуда у тебя эти все фотографии? Ну, блин, ну слушай. Да вот так вот, вот делать меня. Я на актёрскую... Да как ты поверил, у меня же ебало детское вообще, типа, какой мет. Чего вот сижу и тренируюсь, я просто поступать хочу. Вот честно, хорошо отыграно было? Было замечательно, отыграл. Дай я тебя обниму, дай обниму, дай обниму. Иди сюда. Не доверяй людям, не доверяй людям, тем более в интернете. Да, Юль, ты чего? Сейчас я смотрю на тебя, просто мне... Это самое интересное. Что? 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 Либо истерика уже начала. И зачем ты это сделал? Ну, блин, ну, не знаю, ну, дурачок я просто вот такой вот. Ну ладно, весело было зато. Видишь, ты улыбаешься, это самое главное. Ты... Может быть и весело, а до этого мне как... Бля, как с андроида штрафы оплачивать? Ща, назад отнесу телефон, блядь. Какие госуслуги? Там через приложение можно все. Вообще рандомные.
Минус 10 тысяч, да, пацаны. А знаете, в чем прикол? Донаты-то, блядь, отключены. Как вы могли увидеть-то, блядь? Как бы не весело было. Ты же улыбаешься. Дебилы. Ты все хорошо. У тебя очень красивая улыбка, Юль. Так он ее что, выебал потом? Спокойной ночи, Юлечка. Спокойной ночи и пока, я теперь выхожу отсюда. Бля, жестко, чуваки. Да не буду я спрашивать. На стриме это было. Себе Сбербанк штрих-код, что? Да хуй с ним, бля. Я, например, через приложение оплачиваю, сейчас скажу, какое. Приложение называется... Штрафы. Оно так и называется. Погашен. 13 погашенных штрафов. ВКПей. А чего Пелькинчик не пожем? Короткий видос, как работает полиция США, главный диалог. Нет, я не буду это смотреть. Я знаю, как работает полиция США. Заебет. Человек первый раз пользуется телефоном, чтобы оплатить штраф. До этого он ходил штраф оплачивать в Сбер, блять, в Сбербанк, нахуй, с бабками в очереди стоять, это пиздец. Вы понимаете, у меня родители до сих пор не умеют пользоваться электронными счетами вообще. Я сказал, нахуй вы ходите куда-то в очереди стоите, это же настолько вот, ну, просто все. Пиздец. Я отвечаю, буду я жить, я буду все в онлайне оплачивать, нахуй мне куда-то ходить. Жесть полная.